Друзья мои, осень – это пора собирать урожай. Особенно в этом отличились наши бабушки и дедушки. Привозят нам с дачи мешки с кабачками, морковкой, луком, свеклой. Надо реализовывать, поэтому будем реализовывать вместе с Таней Назарук. Таня, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кабачки есть, морковка есть. Реализовывать, как будто мы будем продавать. 2 рубля, 5 рублей, 7 рублей. Ребята, слишком дорого. Дорого. Вы для нас дороги, поэтому сегодня мы приготовим что? Мы приготовим овощные оладьи из цукини и любого другого кабачка и морковки. Шикарно. Я так понимаю, нужно тереть. Нужно тереть. Юра, но три. Так, сначала давайте мы натрем. Тереть будет. Давайте сначала натрем огурцы. Давайте. На соус. Вместе со шкуркой прям вот один огурец полностью. На крупной. А, на очень крупной. Да, хорошо, на договорились. Одного хватит, в принципе, да. Это мы делаем сейчас. Это мы сейчас делаем соус греческий задзики. Задзики. С которым мы будем подавать наши. Для тех, кто не успел съездить в отпуск в Грецию, как я. Нужно еще дорезать немного укропа. Это у нас пойдет в тесто для наших оладий. Для оладушек? Да. Тань, сколько? Ну сколько? Ой, ну веточки 4-5, может быть. У нас не очень большое будет количество. Так, все, Юр, достаточно. Сейчас нужно добавить к огурцам йогурт. Алюминиевые огурцы. Добавляй йогурт. Так. Не отлынивай, это работает. Йогурт, пожалуйста. Йогурт у нас, да? Да, йогурт добавляем. Греческий, да, тот греческий, греческий, да. Тут тот нужен йогурт именно такой. Слава густой. Богу, на нашем рынке появились уже. Да, но если, опять же, если вас не устраивает густота греческого йогурта, вы можете просто взять бумажную салфетку, положить дуршлаг, выложить йогурт и оставить на пару часов, лишняя сыворотка стечет, и он будет более густой, более плотный. Вот это лайфхак. Вам, пожалуйста, лайфхак. Да. Салфетка, пожалуйста, спасет в любой ситуации. Добавляем соль и перемешиваем. Укроп мы туда не добавляем. Укроп не добавляем, нам нужно будет добавить туда мяту. Сейчас мы укроп переложим в миску, в которой будем делать тесто для оладий. Все, и добавляем мяту мы в соус, да? Да. Я так понимаю, немножко. Ну, сколько? Да? Ну, мы режем только листики. Да, ну, можно немножко. Хорошо, достаточно, да? Столько у нас мяты? Да, я думаю, что достаточно. Значит, сейчас мы будем тереть на той же терке половину кабачка и морковку. Все, поменялись? Или спаси твой маникюр, Вань? Давай спаси. Знаешь что? Да, наверное, спаси. Девчонки нас сегодня собрались на танцы. Девчонки, ну где же ручки? Ну где же ваши ручки? Покажите, как у вас маникюр классный. Вот, друзья, вот маникюр настоящего повара. Показал Юра, как этот пальцы тренировщика. Мы продолжаем наше музыкальное утро. И сейчас мы споем песни, которые посвящены осени. Осенней караоке. Аня, пожалуйста. У меня сейчас так, знаешь, в голове так... Ну легко, смотри. Осень, осень. Ну давай, у кабачка мы спросим. У кабачка мы спросим, какая Таня, подпеваешь? Что мы будем делать дальше? У кабачка мы спросим, поищу. Таня, что делаем? Где-то треть кабачка натираем, туда же морковку. Я попрошу передать в нем масло растительное, я уже разогреваю сковороду. Мне в детстве всегда казалось, что цукини это кабачок, который болел в детстве. То есть он такой маленький просто. Нет, цукини это вообще кабачок, который зеленый. Это его отличительная черта. То есть то, что он маленький, это ничего не значит. То есть он получается, дорос или не дорос? Вот этот? Да. Ну, он даже перерос, я бы сказала, по кулинарным меркам. Хватит, да? Ну, да, нет, еще. Отдельное спасибо хочется передать нашему спонсору овощей, бабушка Ильи. Бабушка Ильи цукини в этом году уродился. Так, все. Так, достаточно. А морковочку? Так, ну, давай уже так и быть. Да ладно, морковочку всю целиком. Не жалко ваш маникюр, девчонки. Пожалуйста. Так, значит, сюда вбиваем яйцо. Так. Ну все, уже, Аня, конечно. С яйцами ты справишься, пожалуйста. С одним. Так, добавляем сюда соль. Можно сразу ложечку захватить. И можно вот ложкой добавить пару ложек муки. Так, договорились. Так, все готово. Все, готово. Мы сделаем их такими небольшими. Ага. А красивые будут, да? Красиво и напоминает мне наши оладушки из цукини о прекрасных греческих островах, на которых я не побывал этим летом. Хочется спеть песню снова. Снова песня. Ты знаешь, какая песня? Вот Чунга-чанга. Ты сказал красиво. Да. И? Ты вошла в мою грешную жизнь. Да, молодец. Красиво ты ушла из нее. Угу. Слушай, как быстро они жарятся. Вот смотрите, уважаемые наши зрители, достаточно просто
сковородку хорошенько разогреть, да, Таня, и результат будет мгновенный. Ну, то, что надо для утра, да? Да, на самом деле. Реально, минута и все. Сковородку очень важно хорошо разогревать, потому что если мы кладем продукт на неразогретую сковородку, в неразогретое масло, это масло более охотно впитывается в продукт, и мы получаем уже совсем не фитнес. Оладушки наши готовы, и сейчас еще один лайфхак. Я всегда так делаю, вам советую. Все, что жарилось на масле, если возможно, сразу переложить на бумажные салфетки для того, чтобы вот этот завернуть лишний жир... Завернуть с собой на обед. Заворачивать с собой лучше либо в пергамент, либо в фольгу. А здесь мы просто удаляем излишки жира. Таня, я так понимаю, что надо что-то с помидорами сделать, да? Да, помидорки просто разрезать на 2-4 части. Мы сейчас будем сразу выкладывать, правильно? Конечно. Мы выкладываем эту всю красоту. Давайте выкладывать от крупного к мелкому. Все, как соус красиво. Юра, красиво, вот красиво. На свое осмотрение красиво. Помнишь знаменитый фильм «Москва слезам не верит»? Ты, нет. Ну а ты ляпай, но ляпай уверенно. Это у них называется точка зрения. Красиво укладываем помидорки. А можно вот прям вот что-то да. наверх, что-то сбоку. Друзья мои, эта порция дожаривается для нашего режиссера, потому что, вы знаете, он нас бьет. Она, в смысле. Поэтому, дорогой режиссер, чтобы ты нас не била, вот тебе драники здесь, а это для наших телезрителей. Приятного аппетита.